Привет, мои дорогие девочки! Рада вас приветствовать в продолжении нашего марафона «Я выбираю себя», и он уже называется «Идем вглубь». Я предлагаю вам погрузиться внутрь себя, потому что только там у нас находятся наши источники силы, наши источники энергии, не только где-то вовне, да, а оно находится внутри нас, «Я источник». И начнем мы также с вами с очищения и с получения дополнительной энергии своей. Давайте поговорим вот на какую тему. Мы очень часто начинаем различные дела, какие-то проекты, но не доводим их до конца. Мы о чем-то мечтаем, но не достигаем этих мечт, не достигаем этих планов. То есть у нас получаются, знаете, такие хвосты, да, их очень-очень много, если посчитать с нашей юности, там, о чем мы мечтали стать тем-то, тем-то, мы хотели сделать то-то, поехать туда-то, и многие так и висят неосуществленные. Это, знаете, как если взять компьютер и разные программы, они как незакрытые программы у нас в голове, то есть мозг постоянно туда транслирует энергию, а на реальные наши планы и проекты, которые для нас на самом деле важны, ну, мы туда энергию не поставляем в той мере, в которой могли бы. У нас есть отношения с людьми, которые мы никак не можем завершить, которым мы не можем сказать «нет, я не готова дальше с тобой общаться», либо просто удалить, заблокировать, очистить пространство от этого человека. Или какие-то есть у нас обязательства финансовые, допустим, да, самые распространенные, где-то мы кому-то должны 5 рублей. Да, я тебе потом отдам, или я тебе переведу на телефон. Или какие-то обязательства, которые мы обещали сделать, а пока не сделали. Это тоже очень мощный отток нашей жизненной энергии, которую мы могли бы потратить на важные для нас дела. Поэтому я вам предлагаю сегодня такую практику. У нас замечательный день, воскресенье. Предлагаю вам углубиться внутрь себя и посмотреть, а какие же эти хвосты, начиная первое с наших мечт, о чем вы мечтали и о чем вы как бы, а было бы хорошо там жить в таком-то доме. А возможно для вас это абсолютно не важно, раз вы там сейчас не живете, значит для вас это не важно. А вам нравится жить в вашей уютной небольшой квартире, где все удобно, все под рукой и так далее. Поэтому я предлагаю вам сделать вот что. Выписать свои хвосты, недоделанные планы, нереализованные желания, мечты, незавершенные контакты с людьми, незавершенные обещания. С одной стороны и с другой стороны, важно для вас это или нет. Когда вы в мозгу посмотрите, что да, у меня есть вот такая мечта, допустим, у меня есть мечта поехать в Индию и сделать там практику молчания в течение недели. Ну, это я говорю про себя. Однако я понимаю, что она для меня не такая важная. Я сейчас не готова туда свою энергию качать. Поэтому на данный момент я ее просто отключаю. Я завтра планирую сделать так. Я выпишу с одной стороны хвосты, с другой стороны отменяю или завершаю. И проделать вот эти, вот эту работу, завершить вот эти все тоуты, да, до конца вот этого нашего недельного марафона. Конечно, по максимуму мы должны осознать и понять, что мы готовы доделать завтра, завершать либо отменять эти дела, эти решения в течение всего нашего марафона. Возможно, для вас это покажется очень простым заданием, однако оно простое, но очень важное. Вы почувствуете, насколько у вас гора с плеч упала, потому что на вас не висит вот эта ответственность, что вы кому-то что-то должны, даже самой себе. Если заглянуть в психосоматику, когда у нас болят плечи, а у нас у многих бывают моменты, когда мы чувствуем боль или скованность в плечах, это как раз вот эти незавершенные дела или то, что мы нагрузили себе на плечи непосильную ношу, и оно просто давит. Сегодня хожу и чувствую, что мне хочется уже массажа, мне хочется немножко спину свою, шею разгрузить, плечи. И я понимаю, что завтрашнее задание будет очень в тему. Мне очень интересна ваша обратная связь, как у вас это отзывается, готовы ли вы это выполнять. Но я очень надеюсь, что готовы. Поэтому предлагаю завтра закрыть все хвосты, обрубить.
И можно сделать, знаете, даже такой очень интересный, простой ритуал. Возьмите какой-нибудь хвост, допустим, какого-нибудь овоща хвост или лук, и просто это отрубите, говорю, я режу все концы, или конец веревки, конец нитки, то есть обрубаем все концы, обрубаем все хвосты. Для мозга это тоже очень понятно, когда какие-то такие ассоциативные действия мы выполняем, шуточные, как бы шуточные. Однако это все работает на наше подсознание. Я желаю вам эффективного, интересного воскресенья. Ну что, идем вглубь? Живите душой и будьте счастливы. Целую, обнимаю вас, мои хорошие.